В Мариэл завершается неделя психологии, в рамках которой школьников знакомят с миром этой важной науки. Главная задача акции – повышение психологической грамотности школьников, а также знакомство детей и их родителей с ключевыми понятиями и техниками. Ребятам дают практические знания, которые могут пригодиться им в учебе и в повседневной жизни. В зависимости от возраста они проходят квесты, познают себя на мастер-классах и тренингах. Специалисты рассказывают, как сохранить и укрепить свое психологическое здоровье, а еще помогают ученикам в саморазвитии. Буквально в мае этого года Министерством просвещения Российской Федерации принята концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года. И в соответствии с этой концепцией Министерство образования и науки Республики Мариэл также начало свою работу по развитию психологической службы нашей республики. Сейчас сформирован координационный совет по развитию психологической службы и в данный момент разрабатывается план мероприятий по развитию психологической службы нашего региона. В рамках недели психологии проводят занятия и для родителей. Психологи дают советы, как воспитывать и обучать детей. В этот четверг, например, для мам и пап, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, прошел мастер-класс «Работа с эмоциональным состоянием».